Ярославские курсанты вышли на борьбу с автохамами. Курьезный случай попал на видео. У КПП Володарского неизвестный припарковал свой ВАЗ против правил. И вот будущие офицеры решили самостоятельно разобраться с проблемой. Вышли из казарм и передвинули авто. Очевидцы отметили, что это, пожалуй, довольно эффективный способ борьбы с хамством на дорогах. Видеопособие от курсантов активно набирает просмотры и комментарии в интернете.